seconds remaining. 5 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Так, надо было отойти. Продолжаем смотреть противостояние между гвоздями. Да, именно так называется эта команда, никак иначе. И Nick G Technology. Первую игру выиграли, как видно, гвозди. Выиграли очень уверенно. В футболе можно было бы сказать, наверное, на классе. Ну, потому что действительно просто. Вот в начале там и у гирокоптера шло хорошо все, и аппарат мид выиграл у Тинкера. То есть не убивал его, но просто не давал фармить. Там в какой-то момент в 4 раза у него было больше крипов, там 40 на 10. Вот, и начиная с мидгейма уже гвозди просто доминировали на карте. Делали киллы, убивали башни. Что-то собирали правильные айтемы. Ну как правильные. Конкретно для той игры правильные. Ну и, собственно, выиграли. И в этой игре вот я вижу уже очень интересный пик. Дедушка Зевс у нас тут появился. У нас уже был Зевс в одной из игр. Если мне не изменяет, был он у... То ли у ФАФ... Да, кажется, он был у ФАФ там. Был Зевс, был Бладсикер. Ну, в общем, такой... Интересный достаточно пик. Как раз-таки против... Против гвоздей он был сделан. Но тогда ФАФ проиграли. Тогда ФАФ проиграли. И сейчас вот тот же самый Вивер, который был у нас в прошлой игре, он стоит на... На изи цепляет его Shadow Shaman в шаклы, но ничего не успеет сделать. Тут прокачан, конечно же, Grave Chill на первом уровне. Беспонтовый, не useless spell против Вивера вообще. Да, и был бы сейчас Soul Assumption, зарядил бы Визаж и убили бы этого Вивера наглого. Вот, ну а так... А так перетягивается Виномансер на помощь Виверу, судя по всему. Но я не знаю, что здесь Виномансер прям так уж сделает. Это что, это был фейловый отвод? Ну, судя по всему, да, и надо сейчас даблстак делать и уже отводить по-нормальному, двойной. Но внизу Винга стоит с ЛСом. Опять вот у гвоздей опять два таких кэри играют, то есть Гуля и Вивер. Вивер на харде. Ну, мне кажется, что если, допустим, Вивера подбанить, то возьмут какого-нибудь Клинкса, например, на харду. Который тоже может убивать. И что показывает Винга? Что она будет куда-то там уходить? Ну, Клокверка вряд ли они убьют. Клокверк здесь сложно ему будет отъехать. Он заюзает пукалку и будет подстанивать лайфстиллера. Рано или поздно нажмет Коги и все. Зевс терпит.
пока Зевс терпит. Скоро совсем будет уже баночка у него. Эта самая баночка есть у Деспрофетки. Вивер здесь бегает в чужих лесах. Стоит Сентриварт. Кстати, стоит Сентриварт Вивера и здесь, на лайне. Ну и понятно зачем. Выходит Венга, выходит на Клокверка. Клокверк его видел и просто тусит под тауэром. Да, у Клокверка совсем не очень все хорошо с фармом, но ему нужно лутать уровень. Лутать уровень, потом инициировать хуком. Дал он здесь ракетки, чтобы, наверное, добить кого-то крипочка. И вот уже троих из этой линии он забрал. Ну, нужен центри ребятам-то и здесь тогда. Вот есть еще один, если бы сюда его поставить. Ну, с другой стороны, поставить сюда центри, рядом с Гвоздевским. Придется... Вивер сразу поймет, в чем там подвох, и уже не будет так подставляться, например. Но он так не подставляется, у него 6-1 крипстат. У Вайпера, конечно, намного лучше. И опять мид. Опять мид вчистую выигрывают NGTech, мидер. Пока, во всяком случае, и по уровню он выигрывает, и по фарму намного выигрывает. Какие-то интересные фризы в доте. Прям вот фризы. Да, отлично. Надо мне в игру обязательно сообщать результат другой игры. Причем в ней был стример и все видел. Да, видимо, тоже, ребят, лагает. Спрошу я на всякий случай. Спрошу и поставлю картиночку. Да, ну ждем мы здесь, кому-то надо срочно отойти. И немножко надо подождать. Пока обновить результат первой игры, там победили ребята из Easy Money. Вот. Были у них проблемы с моралью после первой игры, но, как оказалось, ничего страшного, собрались и вторую выиграли. Но Intrans второе поражение. Это не очень хорошо для них. Так, и возобновилась как раз у нас игра. Все, продолжаем смотреть. Счет 0-0 до сих пор. Зевс очень страдает в миде. Ой, сейчас будут... Нет, Деспрофет в инвизе и забирает Виномансер. Не видел, но чувствовал. Крабу. Бежит за ней одной иллюзией. Может быть, ну вряд ли. Прям специально. Но не убьет здесь краба никак. Сала не дала. Когда денег нет. Денег, маны нет на... Второй. Ну, можно сейчас было бы... Ой, как хорошо все сделала краба, но Зевс убил ее первый и полутал за нее экспу, да, судя по всему? Шестого уровня Зевс, а еще и пятого профетка. Да, вот так вот по-дурацки все вышло для Деспрофит. И тут загулял зачем-то Клокверк, у него нет когов, нет ничего, и он просто сейчас умрет. Не знаю, очень, опять же... Какие-то два килла вообще на пустом месте, ни с чего. Что-то здесь все пингуют, линкуют. Ну, Клокверк просто забрел по Т1 Тауэр один против Виномансера, Винги и Ластиллера. Да, у них у всех мало хп сейчас, но какая разница. Клокверк вообще сейчас уже с фонтана побежит. На телепорте, правда, полетит. Но... П1
появляется ульт у профетки. Ну и можно на самом деле его сейчас включать и просто пытаться надамажить тауэр, но отбивает тут Зевс. Отвод сделал Раста. Да, но вот Раста может сейчас поймать Хекс, но никого здесь нет рядышком и не может, получается, поймать Хекс. А Визаж на мид тем временем вышел. Надо ему, да, Грейв чилить, надо сайленсить, желательно Зевса, чтобы он никого не поубивал, у него ульт все-таки есть. Получил Зевс, судя по всему, информацию. Ну, здесь просто, на самом деле, лайн покушен. И можно сейчас выходить, да. Визаж выходит тут из своего укрытия, но слишком... Ну, Грейвчил. Дает Грейвчил, хорошо. И Зевс не успевает убить профетку, тут зато ее успевает убить Виномансер. Нет, она успевает отпиться. Все здесь хорошо, еще и Виномансера надо убивать. Ну, тут, да, Клокверк приходит и убивает. Я думал, что уже уходит Виномансер, но не заметил просто Клокверка. И очень хороший врыв тут на мид от NGTech. И минус 2. Главное, что минус мидер. И уже ульт выпустила профетка. И сейчас будут агрессировать на Т1 Tower. Да, уже возвращается к ней ульт. Уже поагрессировали. Все, хватит. Хасту видят на боте. За хастой пойдет почему-то Клокверк. Ну и можно на самом деле здесь как-то пытаться поубивать Лайфстиллера или Вингу. Идет Деспрофит, у нее совершенно нет маны. Вот сейчас будет заюзна хоста, заюзна мана. А, она может смело здесь убивать Виномансера, да, просто минус Виномансер. Ни в коем случае на куру не переагрится, да, ну и просто умирает Виномансер. Здесь хостой, ничего не попишешь. Правда, очень надо аккуратно профетки. Сейчас будет, может быть, стан, но у нее еще много очень хосты. На нее не действует никакое замедление, она просто с руки надамаживает Вингу. Ой, сейчас будет стан по... Нет, просто очень легко забирают крабу. Просто вот под этот тауэр на седьмом уровне без ничего полезла краба и умерла. Килл получил Лайфстиллер, у него есть Hand of Midas. Да, ну опять никаких вардов нет у ребят из NGTech. А, и что? Что будет запирать? Ну, но должен запирать Клокер. Здесь есть Визаж, на самом деле. Что? Почему нет? Посадили бы птичек, задамажили бы. Ну, не знаю. Такое. Ой, пришел Зевс. И можно на Хекса ловить. Нет, не ловят. Зевс уходит. Тут и Хекс были. И... Ну, шиклы слабый очень. Зачем-то шок прокачал Раста, когда стоял здесь наверху. Ему и от него нужен только контроль. На 3 шиклы, на 1 все остальное. Тут урон наносить есть кому. Главное держать подольше. Того же Вивера, например. И еще первый ульт, конечно, у Крабы. Но вот она бьет товарища вышку. И надо сейчас ей уйти, да, чтобы вышка не была денайбл. Ой, сейчас тут прилетают фамильяры на Зевса. Садит одного, садит второго. Садит плохо, но вот второй нормально. Сел и минус все-таки Краб. Ну вот не может никак Краба так разменяться, чтобы сама выжить. Ну хорошо, хоть Тауэр не денайбл. Хорошо для NGTech. Да, ну и на самом деле, если бы вот этих фамильяров не было, то вообще бы просто умерла бы краба и никого не убила. Надо здесь нападать на Вингу, конечно, Клокверку. Надо немножко подойти. Ой, врывается в крипа, ну плохо же врывается, очень плохо врвался. Нельзя было ни в коем случае вот так вот. Да, у него еще не было на коге, он просто пуколку включил. Надо ему отпиваться срочно ботлом. За ним погони. Но он в любом случае поставит коги, и никто его не догонит. В смоках, правда, идут тут ребята. Есть свап, но свап еще очень маленький. Ответная смока от NGTech, но Раста, конечно, здесь выживет. Конечно, Раста здесь выживет. И Вивер, главное, отошел со своего лайна. Теряет он сейчас в фарме. Правда, дивардят тут ребята из гвоздей. Дивардят нижнюю руну. Ну и Вивер. Что Вивер? У Вивера нет маны, кстати. У него есть Ring of Health. И на одни жуки-пауки ему хватит. Но тогда он не сможет закастить Шукучи в нужный момент. И это плохо. Но NGTech. Что NGTech? NGTech надо уже пушить. Уже 10-я минута. Еще ни один тауэр не спу... Ну, только на миде и то... А, все-таки профетка его забрала, вот этот момент я упустил, если честно. Видимо, пока гнались там за Клокверком, ребята пришли за NGTech и убили. И идут просто, да, смело идут, у них, ну вот, жалко, у Раста нет еще ее ульта.
Клоквер тем временем дефит низ и на мидле отпушен пока Тауэр очень сильно. Ой-ой-ой, а кто это такой тут? Это Венга тут. Венга и Зевс. Ну, такая не самая лучшая комба прям для дефа, но здесь уже и GTC маловато. А хотя нет, Вайпер здесь, Раста здесь, но Раста далековато. Расте, конечно, надо ближе. Правда, 2 фамильяра вот в засаде. Краба продамаживает Зевса немного. Свапают крабу. Она выпускает ульт. Нужно сало. Сало срочно. Правильно, сало по Зевсу. И убегать крабе. Садить, садить фамильяров. Садить. Пофигу на рейдж. Ой, ну неужели краба вот так вот по-глупому отдастся? Нет, отдается пока только лайфстиллер, Венга и Виномансер. И Зевс. Да, ну вот, наконец-то. Ну не наконец-то, а просто собрались NGTech. И нормально сейчас действует. И если вот просто Вивер тут... Тут есть сентри! И Вивер забегает. Его держит Шиклах, правильно все. Держит Шиклах его Шадо Шаман. Потому что Хекс очень мало действует, тем более он первого уровня. Ну, первый уровень Хекс 1.25, первый уровень Шикла 2.75. Больше, чем в два раза. И очень спокойненько забирает просто пятерых NGTech. У Расты практически есть варды. Нужно отходить сейчас, лечиться. И проделывать все то же самое вот с этим Тауэром. Потом с этим и с этим. Доделывать начатое. Да, и вот я говорю, что взялись... ну, нельзя сказать, что взялись за ум NGTech, но просто вот они наконец-то начали выигрывать. Видно было по прошлой игре, что умеют они, просто вот с мидгейма начиная, пошла какая-то неразбериха у них. Не разобрались как-то, там поотдавались, там немножко поотдавались и упустили игру. А Гвозди не та команда, которая отпустит. И здесь взяли пушпик. Плюс тут еще у нас лайфстиллер получился с Hand of Midas'ом. И сейчас у него только барабаны появятся. Ну, долго он еще не сможет полноценно так в драках прям принимать участие. Я имею в виду, что вот в этой драке он очень легко умер просто. Да, ну и наконец-то все отличились здесь. NGTech наконец-то полутал свой уровень Раста. У него уже есть арканы. Неплохо для саппорта. Вообще 8 уровня Визаж. Начинает сбор тут с плохой хук от Клокверка. Ну, да, Клокверком, конечно, надо получше хуковать. Зевс должен отлетать. И смотрим на запак Зевса, да? Ботиночек, бутылочка. И 700 голды. Здесь уже барабаны. 5-2-5 брасер, фейзы. Но мид краба выиграла и выиграла его сильно. Хоть там Зевс хорошо очень с ней разменивался, но отрицать это, конечно, глупо. И видели сейчас на варде здесь, что проходит вниз NGTech. Ну, тут не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы это понимать. Единственное, нельзя сейчас один тауэр Т1 внизу разменять на 2 на топе и на миде NGTech. Зря здесь идет Клокер, да, в любом случае. Может быть, разводил специально на Гейл. И надо убивать и срочно телепортироваться наверх. Не у всех есть ТП, и это очень плохо, что не у всех есть ТП. Приходит Локер, ставит отличные коги. Здесь лайфстиллер ничего не может сделать, просто рейдж просирает. По-другому не скажешь. У Клокерка уже практически есть хук. Сейчас он должен отпиваться с... Да, с бабаночку выпивает. Ну здесь что, неужели он будет прям... Никто ему не поможет. Визаж не может помочь, у него нет ТП. Раста не может помочь. Вот только краба может, но почему-то не летит. Почти аганим есть у Вайпера, но он тоже не летит. Ну, главное Клокверк сделал. Отбил этот тауэр, тем временем Т1 внизу забрали. Забрали и Винган. Ну, вот все плохо на данный момент у саппортов, особенно гвоздей. Просто ничего нет. Ни у Виномансера, ни у Винги там. О какой-то мейке даже мечтать. Хотя бы сапожки есть, вот Виномансера даже стика нет. И минус Рошан здесь. Ну, зря вот эти варты, это не нужно было. Достаточно было ульта до спрофетки, потому что у нее мобильный ульт, а варды бы Расте пригодились. Ну, ладно, это такое. Цель выполнена, Рошан забран. Тем более Вижена не было еще у... Вижена не было у них еще и... Сложно было как-то тут. Опять закрою стрим. Да, вот проблемы здесь у рыжего хипстера. Понятно, да. Важная проблема. Точнее, у него, но...
проблема есть, ее надо решить. Ну что ж, поддержим пока паузу. Загрузим скриншотик. Я же уже сказал, что Изимани выиграли у Интранс. У них первая победа на турнире. Это очень хорошо для поднятия боевого духа команды. Вот, надеюсь, не последняя их победа. Я намеренно ничего не рассказываю об игре. Все равно пока ничего не меняется. Ввиду того, что нажата пауза. И надо постараться успеть залить скриншоты. Пока ее не отожмут. Так, кажется, отжали паузу. Да, да, все, отжали паузу. Убираем картиночку и смотрим, что происходит дальше. Ну вот, нажали, разбили смока, NGTech, и должны убивать здесь Виномансера без шансова. И должны также лайфстиллера, но просто его не видят сейчас. И лайфстиллер купит ТП и уедет. Ага. А, у него еще КД на ТП, и его видят, и сейчас пойдут за ним. Ну, ТП уже все, прошел КД, да, он очень легко улетает здесь. Ну а килл на Виномансере зарабатывает Death Profit. У нее, кстати, Аегис. А, ну и вот пока дойдут здесь внизу до Т2 Таура, возможно, будут уже варды у Раста. И Визаж с клоком. Дефи топ, но вот никак не отдают. И это очень правильно, никак не отдают NGTech свои Таура. Ни один. Нет у них дерева в команде, их нельзя подхиливать, но сама суть, она очень правильная, что не отдавать Таура, то есть в пушпике это сводит на нет вот то преимущество, которое ты зарабатываешь своим пиком. Потому что если ты не забираешь Таура, а размениваешься, то ценность этого пушпика падает. Потому что в лейте, как известно, вот эти виверочки, вот эти вот лайфстиллеры будут пожестче. Чем один бедный вайпер. Ого, вот так вот тут встречаются ребята. Ой, птичку врезается клокверк, но здесь лайфстиллеру просто... Просто лайфстиллер спрятался в крипа. А, в вивера даже он спрятался. Вот так, я не заметил, честно говоря, вивера, но... Это был вивер, да. Спасение просто почти на миллион долларов. Ну и в пятером. Вот нет ультау профит, но есть варды. Варды есть, можно забирать смело вот этот Т2 Тауэр. В тем временем Зевс забирает наконец первый Тауэр для своей команды на миде у NGTech. И Вивер, видимо, старается... Ну вот опять же, вот эти варды преждевременно были поставлены. Преждевременно. Этот Тауэр ложился сам собой. Не нужно было вот так вот прям тратить на него такие усилия. И просто тем самым задерживают свой пуш NGTech. То есть они, понятно, уже пушат, но вот... по времени именно затягивают немножко допушивание вот этих Тауров Т2. Все-таки на топе и так был Тауэр бит, и можно было его по-другому как-то с руки добить, и все. Ну ничего. На следующий Тауэр будет ульт от Death Profit, он уже второго уровня, пока варды у Раста первого. И Вивер будет. Тут на самом деле можно было
всем идти сюда и не дать Виру забрать вот этот тауэр. Да, понятно, будет забран на миде в Т2 тауэр, но, блин, уже идут размены, уже это все не очень хорошо. Ну, вот Вивер начинает набирать вес. Властелера Яша. Ой, Саша будет Яша. Саша Яша. И сразу на Т3 заходить. Обязательно. Нет, мало ХП у Death Prophet. Меку почему-то никто не собрал. Это плохо. Мека здесь очень нужна. Мека хилит крипочков. Хилит союзничков. Вот товарищу Вайпер нужно было собирать меку. Он был там на полнейшем фрифарме наверху. Собственно, он сейчас ее редкликом может купить, но, наверное, считает, что это не нужно. Ну, Вивер вот скоро будет у него, ну как скоро, через 1500 голды у него будет линка. Убьет ли ЛС? Нет, даже просто вот поздоровались и, возможно, даже не здоровались, просто разошлись, как в море корабли. Да, ну, надо отпушивать лайны, надо НЖТ чем как-то поагрессивнее играть, побыстрее вот это все делать. Клокверку наконец-то избавиться от этого проклятия. Не попадание хуком. Приобрести уже себе форстаф наконец-то. Апнуть 11 уровень. Ну, видимо, что, хотят по центру заходить? Нет, будут, да, будут последний Т2 Tower забирать. У NGTech у гвоздей. Ну вот, 5000 пока перефарм, по XP вообще в нули. Ну, по XP, кстати, странно, что в нули, потому что вот... Ну, идет Раста, но сейчас будут просто Шукучи, да, он даже тут и не пытается. Хотя, мог бы сюда поставить вард. Что прям вообще, они друг на друга смотрят, и им всем друг на друга пофигу, такое ощущение. Вот еще один тауэр забрали. Вот в итоге как бы пуш-пик, а преимущество всего в два тауэра у ребят из NGTech. И тут может лайфстиллер пушить. Вот Вир чертит здесь на карте, показывает. Все, пока ребята на одном лайне, пушьте другие. Это правильно. Сейчас так может получиться, что вообще и не в плюс это все будет. Но тем не менее, пока и айтемы лучше у NGTech. Скоро будет аганим у визажа. Три птички. Единственное, что пока Зевс толком не раскастовывался. Хорошо, что не ставят никаких вардов. Видимо, понял Раста, что не надо этого делать. Да, ну вот глиф такое. Видимо, будут идти все-таки на Т3. Да, пока. Надо просто сносить сторону, на самом деле. Ставить варды, ульт. Вот сейчас должны будут прожимать глиф. Гвозди. Показывают они атаковать. Да, но тут это плохо, что они показывают атаковать. Тут спушат, конечно, гораздо быстрее NGTech. Убивают Виномансера к тому же. Да, но тут явно минус сторона. Потратили обе команды глиф. Ну вот зачем? Ну можно же было без этого. И сразу же... И телепортируется Клокверк, ставит сразу Коги. Все правильно делает, но умрет. Нет, выталкивает себе форстафом. Тут Джиминит атака залетает. И прилетает сюда Вайпер. Надо забирать Виномансера. Нет, будут забирать Лайфстиллера. Это даже лучше. Если он только не прыгнет сейчас в крипа. Он прыгает в крипа, тут же вылазит и убегает. Его замедляют, но замедляют плохо. И Лайфстиллер выживает. И вот это фейл. Здесь лайфстиллер выживать не должен был. Ой, сейчас его может кто-нибудь встретить. Нет, не встречает. Крабу тут бьет Венга, но не убьет. Минус Венга. Очень плохо для NGTech, что выжил лайфстиллер. У него, кстати, хорошие уже артефакты довольно-таки. Вот и Сенджин Яша есть, и Drum of Endurance есть. Да, ну, сторону потеряли одну гвозди. Я даже не знаю, насколько по итогу хороший этот был размен. Ну вот, на мой вкус, все-таки, наверное, не стоило отдавать Т3. Надо было забирать 2 Т2 Таура гвоздям и ТП-шиться к себе на низ. Юзать глиф и ТП-шиться.
То есть они по товарам уже практически наверстали все, а так просто лишили деньги остаются, экспа остается на том же уровне, что и были недавно. Кстати, меня очень интересует одна такая вещь, как вот так вот. Ага. Ага, unknown command. Окей, ладно. И вот так бездальнейшим образом отдается Вивер. Через сало Death Prophet его убивают. Так, что-то я не понял. У меня вот эта команда как-то не работала. А, вот. Ага. 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 Пинг 90 у товарища Имикса. Окей, будем разбираться. Он тем временем продолжает пушить NGTech. Ой, я закрыл здесь. Ну вот, Networks можно посмотреть. Да, Лайстиллер топ Networks на карте. У него намечается тут где соль, судя по всему, либо Майлстром. Ну вот, нельзя сейчас медлить как-то NGTech. А, ну да, 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 вот это хорошая тема. И идти сразу мид или топ после этого. Сейчас, я думаю, они не будут на него тратить свои ульты на Рошана. Мне кажется, это здесь не нужно. Просто надо... Хотя, с другой стороны, кто его тогда дамажить-то будет, если не ульты? Вот Раста взял хосту, у него только первый ульт, 110 секунд, и здесь 115. Ну, надо пытаться убить его просто так, Рошана. Вивер показывает, где находятся NGT-чевцы. И нет вижена у них совершенно. У дайров. Да, тут сейчас Вивер пустит жуков-пауков. Зевс чекает. Чекает Зевс, все на месте. Ну надо, да, теперь уже надо ультить, конечно. Просто Визаж просрал всех своих птичек. Да, он их, конечно, вызвал. Но, блин, зачем было им умирать? Ну все, надо ультить, ультить, ультить. Врывается в Веномансера почему-то. Здесь Клокверк, Раста что-то бегает, никого не ловит, поймал Лайфстиллера, минус также Венга, и минус... Ой, Вивер как хорошо сыграл, но все равно, просто очень мощные ульты у ребят из NGTech, да, и минус Зевс. Будет минус Зевс, просто обязан он быть минус. Нет, не будет, ну, зато убьют Рошана. Надо убивать сейчас Рошана, конечно, обязательно на эти варды его как-то выпуливают, да, ну вот... Минус 3 от гвоздей было, это тоже хорошо. Да, надо его, конечно, подальше выводить Рошана. Сейчас Клокверку выводить. Интересно, можно ли его за... Ага, а варды не атакуют. Ну и не убивают Рошана в итоге. NGTech. Вивер понимает, что Рошан жив, и у Рошана мало хп. И просто здесь неким его забирать, но сейчас придет Death Prophet. Надо уходить отсюда Расти. Потому что он очень дохлый. Просто очень-очень-очень дохлый. Ну нет, сейчас, конечно, с вайпером. Плохо, что погиб вайпер. Очень плохо. Но все равно Рошан остается за командой NGTech. Только надо им очень-очень-очень-очень быстро отсюда уйти. Да, все, сразу ТП. Вайпера ТП нет. Зато есть Аегис. И просто сейчас будут лишать вайпера. Да, у него в КД ТП. И вот так вот полутали Аегис. И тут же его лишились. Еще и лишились вайпера второй раз. Да, это, конечно, провал. Это, конечно, ну, безвижно совсем убивали здесь Рошана. Безвижно. Вот фамильярами действительно уже можно пушить. Надо садить фамильяра. Срочно все садит их в Визаж, все правильно. Ну а самим NGTech надо пушить. Возвращаться. Ну то есть не возвращаться, а делать то, для чего создан их пик. Пока Вивер и Лайстиллер не набрали еще свою силу. Пока там у Зевса нет Аганима рефрешера и прочей всякой херни. А, будут сейчас убивать... Или не будут. Просто фармят нейтралов. Гвозди. Начинается клокверком сбор Аганима. Ну, опять он, честно говоря, не очень хорошо ворвался.
в какого-то всего лишь виномансера. Виномансер все равно там разультился, здесь чего-то ждет. Вивер, фамильяры уже давно улетели. Ну, хоть денег подзаработали. Джетэч, ну вот 5000 так и остается. И чуть-чуть они по XP лидируют сейчас. Но это на этой минуте уже не имеет практически никакого значения. И Шиву будет собирать Death Profit. Да, здесь был Лайфстиллер. Он хотел, видимо, тут убить Death Profit, но рядом оказался Вайпер, и надо было уходить. Вайперу надо БКБ. Гем на Расте, надо Расте гем, конечно, кому-то передать. Да, скорее всего, Death Profit будет передан гем. Ну и Шива, да, она будет бронированная, но, блин. Даже не знаю. В смоках гвозди. Ну, совершенно они... То есть, они пошли туда, но немножко позже, чем надо. И вот этот гем на Расте, очень спорное решение все-таки. Очень Раста такой хлипкий. И бежит Лайфстиллер здесь, и... Всего лишь... Нет, вот... Ай-яй-яй, как... Ну, спал, смог, должны были понять, должен был Раста понять, что вот, недалеко здесь уже есть враги, и... Да, возвращаются NGTech, врывается Клокверк, в двоих врывается, двоих запирает, сейчас, да, будет убит Клокверк, ему срочно нужен Блейдмейл против того же Зевса, Вивер минус, Раста минус, гем валяется, гем никто не подобрал, подберите кто-нибудь гем, друзья... Минус также и Венга. Ну, надо убивать здесь Зевса. Ой-ой-ой, не убивают. А, убивают Зевса еще и... Вышел тут Лайфстиллер. Бешеная скорость у крабы. Живых один только Вивер. Линкует на гем Раста. Уже просто задолбался. Поднимает его Вайпер. Да, но то, что гем остался у команды NGTech, это плюс. То, что они разменялись 3 в 3, это такое себе. Но вот все-таки... Ой, и видят, видят Вивера, но сейчас спадет просто-напросто здесь сало, и Вивер убежит. Просто в наглую убежит. Ой, убежал он куда-то вот, куда-то прям не туда. Вайпер, ну, очень короткий кулдаун на Шукучи. Здесь, конечно, без стана не обойтись. Потому что без стана, ну вот опять ульт не смог выпустить Вайпер. Тут еще и таймлапс откадешился у Вивера. Когда за ним в обход пошли, просветили, но просветить, как его просветишь, в шукучах бегать, да, и Вайпер убегает. Лучше бы в это время поубивали что-нибудь более полезное, вот, например, фамильяров. Да, и вот минус 2 фамильяра, пожалуйста, 200 голды, как с куста, еще и очень хорошо здесь виномансер. Ну еще вардишку, да, поставил, и минус все 3 фамильяра у визажа. Ну блин, ты же видел, что их там долбят, ну вызовет, одного убили, уже можно вызывать остальных. Что ты с двумя будешь летать? Что такое? Просто фидить на 300 голды команду оппонента. Что за 3-2-2 стратегии такие? Да, и сейчас со всеми ультами пойдет команда NGTech по миду. Но вот... Ой, здесь в инвизе и сало надо. Нет, сало не будет, будет свап. Будет свап вингой, но винга минус. И минус Зевс успевает он выпустить ульт, но это ничего не дает абсолютно. Да, но сейчас мекой бы подхилились и пошли. И вот, пожалуйста, 2 ульта. Вивер есть, но Вивер ничего не сделает. Нельзя сюда стать варды, достать их между бараками и тауром. Но это мелочи. Мелочи, потому что будет все равно снесена эта сторона, так или иначе. В принципе, все варды достают до бараков, поэтому фигня. Ничего страшного. И надо переходить срочно на Т3 таур здесь внизу. Да, и вот просто, ну, Backdoor Protection, конечно, работает здесь, но очень, да, заканчивается ульта у Профетки. Садит опять опасно очень фамильяров своих визаж, и могут их просто сейчас всех здесь поубивать. Ну вот, напрасно тут вышел Лайфстиллер. Впятером все живы уже, ребята, из гвоздей. Надо улетать вся команда NGTech, и просто минус мид. Еще... И на следующую сторону, на самом деле, можно уже суицидиться. Просто суицидиться об бараке команде GTC. Но на самом деле им даже этого не надо делать. Просто ульт крабы, крабе пожить. Вот ветерков у нее нет, плохо. Зато у нее есть БКБ. Тоже, в принципе, нормально. Крабе пожить весь свой ульт.
змейки Раста никто не будет убивать, пока будет команда NGTH там рядышком стоять, и просто выносить лайн последний. Да, уже остальные лайны все очень хорошо пушатся, достаточно сложно будет толкнуть их гвоздям, хоть лайфстиллер пытается, у нее есть таблеточка, будет Кираса, я думаю. Да, будет Кираса, безусловно. Point Booster у Клока. Что же это такое? И должен видеть он лайфстиллера. Ой, какой, ну что такое? Ну, не, ну нельзя же так. Да, и надо уходить здесь к Рабе точно. Ставить Коги надо, Клокверку обязательно. Надо было ставить Коги. Краба решает повоевать. Минус Венга, минус будет Зевс однозначно. И нужно убивать лайфстиллера. Да, и вот это уже... Еще и там где-то умер мистер Виномансер. Мистер Виномансер умер чуть пониже. Ну, да, потратили ульт крабы, зато есть второй ульт. Ой-ой-ой, какой хороший шекл от Шадо Шамана. Идут NGTech на последнюю линию. С уверенностью можно сказать, что как только эта линия упадет, напишут ГГ ребята из гвоздей. Вивер пытается здесь какие-то отчаянные шаги принять. Лайфстиллер выкупился. Выкупился, но его... И спрятался. Спрятался он в Вивера. Ну вот, у Вайпера очень мало здоровья. У него есть талисман of evasion, но его убьют. И выбьют гем. Выбьют гем. Надо поднимать гем к Рабе. У него есть как раз слотик. Ой, минус Вивер. Ну гем. Подобрать гем. Выложить веточку. Подобрать гем. Нет, зачем подбирать гем? Да, конечно, зачем делать... Ну, видишь, грейвчил. Нет, не успел. И минус будут все птички. Да, зачем их садить, действительно. Вот и Кираса есть у... Ну, можно было даже не... Но минус лайн, и это мега крипы. Не знаю, что здесь... нет таких сил, чтобы сражаться с мега крипами. То есть здесь нет Мираны, которая может по всем долбануть. Вот 1200 хп просто у ребят. По всем Старстормам дать. Нет какой-то Луны с глейвами, нет Фэнтом Ассасин. Но вот просто Зевса почти что убили товарищи крипы, да, с бешеной атакой. Просто тут соточка и 133 у рейнджевика. Да, сейчас единственное, надо сечь крипов убивать, а остальных ввести под фонтан. Т4 тоже нет. Вот я, честно говоря, забыл, когда Т4 лишилась команда гвоздей. Здесь Вивер, да, он, конечно, молодец, но здесь буквально Хекс надо Хексом сбивать и брать... Ой, ну какой, ну опять, ну... Ну что-то прям не пошло сегодня у Клокверка, ну какой ульт он уже не туда дает. И как то тиммейт подставится, то сам он миссанет, ну вот... Прям вот он прям негодует, я вижу по КД просто этот... Пускает хук. Есть Рошан. Можно забирать его. И подождать обязательно, конечно, бабочки на вайпере. Будет бабочка, будет счастье. Вивер заходит на Рошана. Был ли куплен... Да, Тараска на крабе очень хорошо. Был ли куплен второй гем? Нет, второго гема нет. Это плохо. Будь второй гем, было бы все гораздо проще делать. NGTech просвечивает просто Зевс здесь всех. Но можно смело сражаться на самом деле на Рошане. Даже можно смело ставить варды. Варды Расти вот здесь вот ставить. И просто, можно сказать, под их охраной забирать Рошана. Да, сюда идет лайфстиллер, но ничего он не сделает. Или попытка будет убежать просто...